Фортепиано, скрипка, флейта, саксофон, баян, домбра. Звуки этих инструментов не смолкают в стенах детской школы искусств имени Балакирева. Вот уже 73 года учебное заведение выпускает юных музыкантов по разным направлениям. Обучение проводят одни из лучших педагогов-исполнителей. Практически все имеют заслуженные категории, заслуженные звания, имеют многие большой стаж работы. Они еще и сильные исполнители, то есть многие их уже знают в городе, и они, естественно, радеют именно за свои инструменты, хотели бы, чтобы их класс креп и рос. Самыми популярными направлениями в 2020-2021 году стали пианино и гитара. По словам директора школы, педагогам хотелось бы видеть больше желающих в классе виолончели, балалайки и трубы. Эти инструменты в городе слабо представлены. В новом учебном году появится еще одно направление – класс тромбона. Пока мы пробуем это направление, планируется на данный момент 2 человека. Нам помогает в этом наш Саровский военный оркестр кадрами. Там прошли обучение молодые музыканты и, собственно, нас преподают. Набор на новый учебный год пройдет с 15 апреля по 31 мая. Познакомиться с условиями приема и направлениями детской музыкальной школы имени Балакирева можно на сайте учреждения. Там же можно подать заявку на прослушивание, либо записаться по телефонам 981-90 или 981-87. Чему научились ребята за этот учебный год, можно на деле увидеть на отчетных концертах. Традиционно в апреле проходит целая плеяда отчетных концертов. Каждый отдел представляет своих собственных деток, самых лучших, лучших из лучших. В этом году, так как у нас такие ограничения существуют, мы проводим все концерты онлайн. Афиши и трансляции концертов можно посмотреть на сайте детской музыкальной школы имени Балакирева и в группе ВКонтакте. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.